Привет всем любителям пошаговых стратегий, особенно стратегическим жеужикам. Вы на канале Лёша Играет, а значит, видите и слышите Алексея Халецкого. И я продолжаю на уровне сложности божество с челленджем проходить Sid Meier's Civilization 6 за ядерного Ганди, Индию. Но подробности челленджа и вообще, что тут происходит в первой серии... Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше, конечно, перейти к первой серии, посмотреть ее, я там все объясняю, и вообще сериал лучше смотреть с самого начала. Ссылка в описании. Переходите, смотрите, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку и слава Украине! Подожжем немножко попок рашистов. Продолжаю, значит, наше приключение... Великая индийско-египетская война, или египетско-индийская. Египтяне начали, Клеопатра что-то тут, видимо, приревновала, что мне больше слоны нравятся, чем она. Красивые слоники. 70 силы осталось только у Египта, теперь надо как-то этим воспользоваться. Попытаемся убить копье. Жалко, что на копье не работает... А, так это вообще... Да, вообще уже ушла черная карточка. Так, поселенцев мы, наверное, оставим пока. Тем более, мы тут три штуки их строим. Так, это у нас Бандар Брюней, да. Гуляет около Кахоки. Наверное, лучников начинаем тоже выводить потихоньку. Этот хай лечится. Так, мне надо какую-то карточку тут поставить. Создание юнитов. Ну, я бы, конечно, поставил, когда мы откроем оборонительную тактику, карточку на плюс 100%, собственно, стен. И стены вы поставили. Но мне еще и святилище надо построить. Блин, столько всего надо. Бог-царь. Стоимость покупки клеток, производство. Наверное, просто пока производство в городах на один ход поставлю. Все остальное тут, ну, реально не надо мне. А может плюс 2 влияния поставить, чтобы быстрее послов набирать? Не, ладно, производство. Ну что, пытаемся убить копье. Выхожу, чтобы вот этого вару подвести. Да, ну по идее убиваем. Ну, должны даже вару чисто забрать. Так, предприятие строим. О, Фес хочет, чтобы я обратил его в веру. Обработка железа для Бандар Брюнея вряд ли получится. Блин, так бы хотелось, конечно, Фес за сою. Мне надо три посла туда. Может, мне что-то открывать на послов? Но оборонительную тактику 100% надо открыть. Что у нас военная подготовка дает посла, теология. Вообще, мне бы в теологию для храмов, наверное. Но это через драму и поэзию. Ну, наверное, надо в теологию идти. После оборонительной тактики, конечно же. Так, ну что, уважаемый Египет, 70 силы. Сейчас без копья сколько будет? О, арабы. Так, я ему все еще должен, по идее... Да, это пятый как раз. Все, с остальными я могу хотя бы торговать ресурсами, если я кого-то встречу. То есть я должен их все еще обвинять, а первых 10 должен обвинить. При том, что у нас одного уже нету. Вынесли еще до... О, голосование. Плюс 100% к производству. Давайте, наверное, за центр коммерции проголосую. Священное место не так. Именно здание, понимаете, не этого района, а именно здание. Наверное, центр коммерции. Давайте я на 50 меньше, но, скорее всего, там за меня проголосуют. Потому что я тут пообвинял всех. Может, давайте поп... Да не, не будем. Я думаю, и так пройдет, что я на 100% больше претензий генерирую. Нет, неизвестный игрок, отлично. И центр, кстати, вот сейчас это очень неплохо, потому что я сейчас поставлю... Плюс 100 оборонительных зданий и еще плюс 100 получить. То есть мы стены вообще сейчас должны
очень быстро построить. Просто один ход, обратите внимание. Оборонительно дает губернаторский титул. О, отваливается, кстати, по лояльности вообще ко мне. Ну, я бы все-таки захватывал. И я бы, пожалуй, его уничтожал. Потому что у меня вот построится вот этот поселенца, я поведу сюда. Где-то тут ставить город. Не уверен, что там, где он стоял. Но вот вместо этого города где-то он будет становиться. Так, нам нужен... Пингала, видимо. Не знаю, не хочу Виктора. Да, заберется вообще город. Без проблем. 45 силы. Я не знаю. А, так, обвинить арабы и обвинить мапуче. Осудить, осудить. Я вообще не знаю, конечно. Вроде так... Неплохо Египет строился, а потом что-то забил и все. Сколько вообще у Египта городов? Наверное, штук 5. Нормально, 7 городов, кстати, очень неплохо. Блин, может не уничтожать? Но он же тогда... Ну, смотрите, он ко мне отваливается. То есть, по идее, он должен удерживаться по лояльности. Аравия, новый аванпост варваров далеко, это проблема Кореи. И Дели не растет. Игра почему-то тут предлагает ставить город. Ладно, давайте пойдем потихонечку. Я бы тут защищал, конечно. А здесь подходим. Ну, тут Кахоки что-то может привести, но мне кажется, уже можно этого не бояться. Я практически там всю армию уничтожил. Так, инженерное дело отложим, потому что мы... Вот, обработку железа... Есть какой-то вообще шанс железный рудник обработать? Только сидеть где-то я город поставлю. Ну, кстати, здесь можно город поставить. Вообще, надо сюда сбегать, посмотреть, что тут за территория. То есть, видите, тут лояльности нету у Египта. Так, первых 5. Надо кого-то еще встретить, чтобы... Не-не-не, какой заключить мир? Не имею права, уважаемый Египет, не имею права. All the world's a stage, and all the men and women. One man's magic is another man's engineering. Так, веду катапульты. Там правительственная площадь. Ну, походу, столицами такое ощущение, нет? Не, ну надо сюда бежать, помогать с захватом города. Да не могу решить, оставлять мне этот город или удалять. Я бы, конечно, свой ставил. Непонятненько. Как там в исторических хрониках? Индия, когда захватила город Египта, оставила его или снесла и поставила свой? Ну, мне, в принципе, как город стоит, нравится. То есть тут особо-то и другого и никак не поставишь. Хотя, знаете что? Раз, два, три... Может, лучше здесь? Ну, блин, акведук тогда тут не в тему. Я не смогу ступенчатый колодец сделать. Он, кстати, курганы Кахоки Египет построил. Блин, не пойму реально, что с Апу делать. Блин, стены построил. Он же вроде район стоит. Ну, я видел, что там строились стены. Несомненно. Какие-то предложения поданы. Еще одну цивилизацию убили? То есть это не ГГшка, это цивилизация. Серьезно? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Корея.
1, 12, 13, 14, 15. А, нет, слушайте, все цивилизации... Нет, 15 все-таки. Сейчас не убили цивилизацию, сейчас, видимо, ГГшку убили. Потому что 15 осталось. Блин, ну я со стенами не заберу город. Видите, как он... Черт. Ну ладно, ждем, когда он отвалится. Видите, даже с Губером он отваливается. О, а вот с этим чуваком я могу уже торговать. Я должен его все равно осудить. Первых 10 я осуждаю. Ну, и за счет этого у нас торговля будет дорога, хотя Рим неосужденный. Но зато я могу с ним торговать, например, апельсинками. А он мне ничего не даст. Не, ну я могу, например, просто за деньги какие-то, да? Что-то ему вообще не надо, походу. Даже 6 золота в ход не хочет. Нет, что-то какой-то ты... О, смотри, так он близко. Блин, и его, и он ведет город ставить. Фак. Блин, ну имеет смысл мне сюда везти или нет? Смотрите, как Австралия, это близко оказывается. Так, я бы тут, наверное, все-таки сюда ставил. Тут много городов влезет. 3. Тут, конечно, непонятно, какие. Тут, по-моему, только для двух городов место. Как-то всовывать еще. Да. Так, ну мне катапульты нужны, получается. И получается, вот здесь нам не нужен все-таки. Так. Давайте сначала святилище. Я бы вообще тут поселенца не строил. Тут мы строим стены. Ну, потому что они один ход делаются. Так, теологию я бы пока не открывал. Потому что нам надо карточку менять, а еще рано. И похоже, кстати, я зря брал Магнуса. Короче, можно Пингалу в столицу, Магнуса в Калькутту. Как раз 5 ходов. Давайте тут один ход, мы два хода построим стены, и как раз когда вернется Магнус, будет поселенец, который не заберет жителя. Попробуем сюда пройти по селам, но мне кажется, сейчас Австралия тут город поставит. С этим ничего не поделать. Ну, надо отходить, а эти стены непробиваемые. Катапульту надо делать, и тогда только. Так, знаете что? Давайте мы этой коляской вот тут посмотрим, что вообще происходит. Ушел. Слушайте, свезло. Так, сейчас попробуем там город где-нибудь разместить. Там у города стены, видите? Ну, там столица, скорее всего, я хочу просто ее увидеть. Две культуры. Давайте захватим. 2 заряда. Чем плохо? Может быть, культурку украдем. Сто пятьдесят одна сила. Так, дороги тут вроде нет, или он сможет? Блин, походу я там могу слона сейчас потерять вообще-то. Так,
Ну, давайте сюда город ставить. Не знаю, почему австралиец решил уйти. Я бы здесь, наверное, все-таки куда-то вот сюда поставил город. Жалко холмы там забирать, вот это. Австралия объявила войну Мапуче. Тут, кстати, границы Мапуче или Австралии, интересно. Но они где-то тут соприкасаются, действительно. Так, древние стены. Ну, пора уже либо центр коммерции, либо священное место строить. Я бы, наверное, все-таки с центра коммерции начал. Так, давайте подумаем над правительственной площадью. Вот тут мы можем ромашку сделать. Но тогда, ну, она вообще никак не влияет, правда, на реки. Мне ж надо центр коммерции и святилище на реке ставить. Блин. Надо как-то клетку выкупать. Хорошо, где у нас священное место? Где-нибудь в плюс может идти на реке? Вот, плюс 2. Хотя, может, здесь лучше было бы... Может, здесь лучше кампус? А кампус здесь плюс 3. Так, ну, значит, у нас тогда получается так. Сюда священное место, сюда кампус. Подожди, а почему тут плюс 3? Я не понял. А потому что тут тропический лес, но мы его вырубим. Ай, ну, по идее, сюда центр коммерции. Но нам для всего этого нужен рабочий, значит, сначала. Может, вообще купить его? Он дешевле же сейчас стоит. А, нет, не дешевле, я монументальность не брал. Ну, а зачем мне сейчас деньги? Я не вижу тут смысла в деньгах. С другой стороны, мне и строить тут пока нечего. Вообще, можно амбар построить пока. Ладно, давайте строителя покупаем. Амбар строим. Так, следующим ходом на древние стены можно будет, наверное, убрать карточку, поэтому давайте теологию откроем. Там, кстати, миссионеры дорого стоят, поэтому... Фак, походу, минус слон. Зачем я это сделал? Ради рабочего? Ты что, все со стенами у него города, хрен убежишь. Идти не могу. Вот проблема вару, что очень мало очков перемещения. Соответственно, ты ходишь на один ход и даже разграбить ничего не можешь. Мог, конечно, театралку, но это культура. Блин, мог вообще театралку разграбить. Чё я пошел? Не, ну это минус. Минус. Строителя удалю, просто чтобы Египту не досталось. Все, не могу его спасти никак. Блин, минус 2 лояли. Может, все-таки сюда поставить город? Фига себе, уже арбалеты прутся. Кахоки уже в арбалетах. Ну, это, конечно, тут это 103, 90, 41, 68 это мрак.
фиг знает, конечно, пока как догонять тут народ. Посмотрим, что здесь. Ну, там, очевидно, море. Просто, может, где-то еще там город влезет. Чего Кахокию никто не перекупает? Почему он постоянно у Клеопатры? Мне кажется, все-таки надо сюда город ставить. Так он немножко как-то вот в Австралию прям... Так, иду сюда, чтобы вот тут вырубить. Не должны мне тут эти арбалеты как-то мешать. Еще вот реки так расположены, города получаются широко. Это вообще как-то не в стиле шестой Цивы. Так, надо бастионы поставить. Поселенцев пока оставлю. Соседство для священного места нафиг надо мне. У меня там одно с нулем. А, вот юнитов кавалерии. Ну, хотелось бы еще вару строить. Ладно, пока оставим так. Надо было сначала эту карточку поставить, а потом стрелять. Феодализм давайте. Обработку железа открыли. Ну, я, видите, у меня 5 ходов тоже до арбалета, в принципе. То есть это не так... Страшно, как выглядит. О, ислам, так это может ислам у... Минус. Минус вару нет. Ислам у Австралии? На Абидос. А почему в Абидосе они приняли религию? А не в каком-то моем городе. Так, святилище, значит, мы можем купить, намолить миссионера. 70. Ну, надо делать, потому что я специально для этого героический век брал исход евангелистов, чтобы дополнительные 2 раза обращал. И у меня за счет этого хоть какая-то... Так, ислам я хотел посмотреть, австралийский, что ли? Аравийский. Ну да, 15. Слушайте, мне надо... Так, а работает ли он у меня? Сейчас у меня вопрос. У меня способность, если хотя бы один последователь, то должны способности этой религии. Позволяет расходовать время на обучение монахов-воинов. Смотрим. Ну, что-то не видать. Или все-таки должна быть сначала какая-то... Основная религия. Кстати, я сейчас должен получать от основателя мирной религии плюс 5. Вот. Это от араба. За счет того, что мы встретили араба, я получаю плюс 5. Так, короче, хочу сюда ставить. Аккуратно подходим, чтобы апнуть там в арбалеты потом. Угу. Слушайте, тут должен еще один город влезть, по идее. То есть раз, два, три, где-нибудь на сахар ставим, а потом еще здесь на берегу. И тут еще должно влезть. Похоже, такой полуостров. Блин, надо, наверное... Нет, давайте тут отложим, тут надо все-таки районы поставить. Если мы будем сейчас поселенцев строить, то грустненько станет. Откладываю просто производство, а вот в Дели надо
центр коммерции. Блин, я так и не решил Правительственную площадь. Ну, с другой стороны, пофигу. Центр коммерции тут вот сюда надо ставить. В любом случае. Так, и тут отложили. Ну, заканчиваем ход. Мне еще хорошо, что Египет-то не сильно меня опережает. Так, да, прошу простить, поищу в другом месте. Я тут реально больше ничего не буду ставить. Вообще амбар, наверное, стоило сначала в Чинае, а не... Ну, блин, и монумент тоже нужен. Так, кого встретили? Смотрите, откуда войны Аншаны сюда дошли? Вообще, конечно, далеко. Просто арбалет отдал. Непонятненько. Так, вырубаем. Центр коммерции. А это тут Бандар Брюней бегает. Все, может мне эту клетку выкупить, кстати? Сколько стоит? 65, дорого. Мне надо апгрейдить арбалеты. Так, отбегал свое фес. Думаю, надо из Мумбаи в Дели отправлять. Ну что, не могу я сейчас пока фес обратить, правильно? Засоюзить. А обращать надо, иначе у меня скоро города будут просто в исламе все. Эти 7 зарядов бы, ну что, 6. Нормальненько. Так, а Корея тут никакую религию не принимает. Ну я бы здесь просто вару стоял. То есть Египет только оттуда может как-то нападать. Не буду никуда отправлять. Буду все надеяться фес пересоюзить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Да, вот катапульты это уже неприятно. То есть могут сейчас стены мне начать снимать. Нафига Кахоке так упарывается? Блин, и тут еще миссионер исламский прется. Там у арабов уже 15 городов. Ну вообще, еще раз повторю, мне выгодно, чтобы он меня обращал. То есть нежелательно, чтобы его вера прям преобладала, но чтобы какое-то количество... Так, давайте сейчас в Мумбаи посмотрим. Так, ну я, видимо, как-то неправильно понимаю вот эту идею. Получает бонусы верований в городе от каждой религии, насчитывающей хотя бы одного последователя. Итак, у нас в Мумбаи есть ислам. Какие бонусы верования у ислама? Синагога. Ну вот монахи-воины должны быть. После постройки священного места происходит культурный захват. И вот это должно тоже произойти. Но монахов-воинов почему-то у меня нету.
Возможно, знаете что? Возможно, для монахов-воинов необходимо наличие священного места, поэтому у меня там и их нету, да. Скорее всего, так и есть. И надо вот это вырубать, конечно, но я не могу не хочу выкупать, потому что денег не будет просто. Давайте, наверное, ступенчатый колодец где-нибудь вот здесь построю. Так, а что это я тут строил такой? Почему тут круг? Магнус прибыл, Пингала прибыл. Так, мне бы вообще-то что-то открыть. Давайте, наверное, военную подготовку откроем. Тогда надо карточки поменять. Ага, видите, тут нету прохода. Ну, тут, тут еще на два города место. И тут никто... Ну, мне надо вообще поспешить. Корею можно, например, приплыть и заселить. Возможно, не стоило Чиная, возможно, туда надо было везти. Мне, похоже, в Калькутте надо еще одного поселенца строить. Сейчас у меня производства практически нету. Игра предлагает здесь ставить. Ну, наверное, да. Наверное, соглашусь. Он даже не обстреливает меня... этими катапультами, типа, а? Нафиг, подведу, давай ты нас будешь обстреливать катапультами, как бы говорит мне компуктер. Блин, я бы еще, наверное, укрепил религию. Мне надо было сначала встать сюда в Вару, а потом обстреливать катапульты. Я бы тогда и убил. Ошибка. Ну что, сделали посело, пойдет туда. Я вот думаю, может мне все-таки сразу еще поселенца тут делать. Хотя, с другой стороны, и районы нужны. Но, блин, и город здесь бы поставить. Но 8 ходов... С другой стороны, в этом городе нормально как раз его будет. Ладно, давайте здесь строить. Чисто на производство. Потому что тут надо город поставить. Точно тут надо где-то город еще поставить. И нормально. Мне просто везет, что у Египта тоже с развитием жопочка. Чисто вот это. Ну, тут, конечно, Кахокия миллион катапульт настроил. Не знаю, почему. О, Дели 10 жителей. И госслужбу продвинули. Так, ну, по любасу надо апать в арбалеты 125. Может, этого лучше апнуть? Потому что если тут сейчас побежит... Египет, тут-то мы убьем. Ладно, давайте там лучше апну в арбалет. Просто стоим. Можно будет зайти, кстати. Так. Ну, я бы свои города в первую очередь обращал. Хотя вот тут через 8 ходов сам обратиться. А может, Фес лучше? Тут через 12... Ну, Калькутту давайте, 17 ходов. В Калькутту пойдем. Так, тут просто стоим. Хотя могу, кстати, выйти обстрелять. Не, давайте лучше стоять внутри, не будем терять. Так. Я все-таки хочу вот здесь вырубить и... поставить здесь священное место. У меня будут деньги. 65. Мне тут два хода еще дойти. Нормально. Стоим просто вару.
всякий случай, не знаю, отойду сюда. Могут убить просто... Ага. Интересненько. Ну, короче, тут есть место, куда поставить город. Монумент завершили. Стоит ли... Ну, вообще, у нас сейчас все на центр города. Где у нас конгресс? В центре города все быстрее строится. Поэтому, наверное, имеет смысл амбар. Панфчина я точно амбар поставлю. Просто имеет ли смысл здесь? Древние стены не хочу. Не думаю, что сюда... Ну, тут, короче, если сюда пойдет Египет, ему будет очень тяжело здесь. Через эти холмы, вот это вот все... Наверное, пока амбар, просто потому что это быстрее строится. Плюс 100%. Так, я город на побережье вполне могу поставить. Водяную мельницу. Давайте пока ученичество до максимума доведем. Так, а военную подготовку? Почему я открываю военную подготовку? Ради послов, наверное. Мародерство, гавани. Ну, это я не буду ставить послы. Да, я же там хочу поменять карточку. Подождите. Юнит кавалерии, наверное, и поселенцев можно будет убрать. Но все равно, сейчас рановато мне два хода. Ладно, давайте феодализм пока. Блин, вот у Египта столько культуры. Он там явно свои эти сфинксы ставит. Вы поплатитесь за проступки перед лицом великого бога, не знающего изъяна. Чё-то как-то... Так, вот давай-ка мы попросим тебя больше не просить у нас мир. Мы не имеем права заключать мир. О, вору прокачаем сейчас. Я даже, наверное, отойду... чтобы он подходил ближе этими юнитами. Так, от дальнобойных атак как раз. Так, давайте Калькутту обращу. И Фес пойду. А эти города, я думаю, сами. Ого, тут еще у нас... Так, как бы мне так поставить... Три. Да, придется потом туда ставить город. Может, тогда поближе этот сюда, а тот город вот сюда влазит. Чтобы еще даже, наверное, да, так и надо сделать. Этот сюда поставить и еще один город сюда поставить. Ух, ну тяжело, ребят, тяжело. Пока все... О, арбалеты приехали. Так, тут надо отступить. Пускай он подходит арбалетом. Сам. Вот так сделаем. Чтобы он не обстреливал моих вору. Понятно, рынок. Да, производства вообще нету, конечно. Вот вначале еще более-менее шло, но сейчас отсутствие производства очень сильно сказывается. Так, ученичество можно пока отменять. Давайте. Давайте. Ну, математику. Я так и не решился, где мне строить... правительственную площадь. Так, тут точно амбар. Блин. Ну вот это прикол, конечно, вот эти клетки сразу выкупились. То есть это компьютер сам специально выкупил эти клетки, прикиньте. Потому что автоматом, культурой, он должен сначала все во втором радиусе выкупить. Так, мне надо Корею обвинить будет.
как и говорил, он подошел. Возвращаемся и обстреливаем. Чтобы минус 5 было. Поняли, да? Ну, сейчас обстрелять, я опять отойду. Так, ну и что, и где там этот арбалет? Решил не подходить. Ладно, давайте, может, сюда перебросим. Петра, Сандок и Терракота... Ух ты, Терракотовая армия Клеопатра. Неприятненько. Фес хотел, чтобы я его обратил. Ничего себе. Так. Ну вот жалко, что, конечно, я обращаю города, не будучи союзником... Феса, я бы имел много науки, но я никак не могу его засоюзить. Просто никак. То есть в итоге у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 городов. Ну, нормально. Но у меня не получается забрать Египет. Видите, он еще и стены все построил. Так, я не могу скорее торговать. Я забыл ее обвинить. Сейчас я могу торговать пока только с... Раз, два, три, четыре. Только с Австралией. Напоминаю. Слушайте, может мне этим... поисследовать просто? А с другой стороны, куда мне тут... Ну, вот сюда я могу сбегать. То есть, мне сейчас, по-моему, обращать нечего. Агра сама обратится. Этот город тоже явно сам обратится. Хотя может пойти вот туда Лавенту и Корею обратить. Да, наверное, кстати. То есть просто пойти этим миссионерам разведывать вот эту территорию. Так, осудим Корею и посмотрим, может, у Австралии что купить можно. Не, ничего интересного, короче. Блин, компьютер реально за деньги выкупает клетки. Я думаю, кстати, что это из мода вот этого. До этого я не замечал, чтобы компьютер так усиленно их выкупал. Я думаю, что надо катапульты делать. Ну, мне надо хоть какие-то районы все-таки создать. Плюс. А давайте-ка мы укрепим религию. То есть мне надо бы храм еще построить. Ладно, наверное, я тут буду. Вот я тут этим слоном туда-сюда ерзаю, но мне непонятно пока, где его держать. И Рурка уже построена, прикиньте. Но это, наверное, Вавилон. Я не могу себе представить, чтобы кто-то другой уже мог построить Рурку. Это ж какая должна быть... Давайте вообще, конечно, глянем, где... Так, надо феодализм и математику... Подожди, математику... Ну ладно, давайте пока отменю математику. Феодализм, возможно... Так, я хотел... У меня два хода еще до посела. Больше торговых путей.
Ну вот в Мумбаи я сейчас, наверное, два каравана сделаю. Или все-таки священное место. Блин, давайте священное место. Что тут жилье и счастье даст? Что вместо феодализма открывать? Да, наверное, ничего, я не построю 6 ферм в ближайшее время. Исторические хроники мне не нужны. Здесь будет хотя бы на 2 действия больше и фермы, и плантации, и дополнительно еду. Да, и как раз через 2 хода посел, с чего я могу карточку поменять. Так, амбар, еда. Блин, тоже будет заливать все, если я район поставлю. Священное на плюс 2. Ну, кстати, вот тут имеет смысл священочку. Так, давайте мы отметим. Или мы все-таки придумаем, где нам правительство. Ну, кстати, вот тут ромашку можно будет организовать. Еще вариант. То есть вот сюда правительственную. Ну, тогда в Хайдарабаде, естественно, мы куда-то сюда, например, священку сюда, центр коммерции. В этом городе, тут у нас будет раз, два, три, тут город стоять, он, понятно, с гаванью будет. Но раз он тут с гаванью, то, наверное, где-то вот сюда тоже священку можно. Сюда, например, кампус. Ну и тут две клетки остаются. Все равно агро должна где-то. Ну тогда получается коммерцию сюда надо ставить, чтобы тут соседство было. Просто думаю, надо ли мне коммерческий район ставить или сначала рабочего сделать. Я бы, наверное, рабочего сначала сделал. Так, Калькутта не растет. Да, тут бы тоже амбар не помешал. Куча рабочих нужна. Блин, 25 науки. 135, 124. Вообще зашибись. Давайте глянем, где они по дереву технологий. Ну, вот здесь. Ну, то есть, рурка-то все равно вон где. Я не думаю, что кто-то все равно мог уже выйти в рурку, кроме Вавилона. А вот и он. Кстати, сейчас мы и увидим, у него или нет. Да, этого я должен обвинить, но могу торговать. Губительная засуха в Египте. Не знаю, как засуха, правда, могла курганы Кахоки разрушить. Эрозия, наверное. Клан Горящей Ветви уничтожен. Так, должен осудить. Кофе на цитрусовый. Как тебе такое? Так, но он из-за того, что мы осудили, он не будет делать равным. Там мне надо что-то ему предлагать. О. Ну, нормально. Сколько там? 15, 16. Нормально. Круто быть счастливым. О, наконец-то Кахокию перекупили. Кто-то Лаутару. Закончили тут. Ой, блин, не знаю, не могу я нападать на Египет. Просто пока стоим, чего-то ждем. Там само обратиться, я думаю. А, тут агро уже обратилась, тут через 2 хода.
Еще мы должны, наверное, как-то начать влиять на города Лаутару. Караваны, блин, не знаю. Блин, такое маленькое производство, я все смотрю, что ни хрена невозможно сделать. Просто нифига не... Все строится очень медленно. В Дели... Ага, вон, наконец, попер арбалет. Так... Ну, поселенцев можно убирать. Вот вопрос, ставить ли мне... Блин, я бы вот это, наверное, убрал уже. Оборонительных 100% к оборонительным, да, я бы, наверное, поставил. В новых городах построил бы стены. Так. Вместо поселенцев... Да, давайте, наверное, новые строители два действия получают. Так, и сюда. Может, уже два влияния. Наверное, плюс два влияния. Потому что я хочу попробовать Фес пересоюзить. Так, теперь мы так подходим. Так. И просто нафиг расстрел. Вообще, почти ваншот уже был. Не получилось. Не фартануло. Я, наверное, Канди хочу обратить точно, чтобы он отсюда начал влиять. Канди обратим. Ну, дальше... Средневековые ярмарки, наверное, пока. Не вижу смысла открывать исторические хроники, и уж тем более госслужбу. Караваны некуда посылать. Так, тут я хочу храм построить, а вот караваны... Где я буду строить? Наверное, блин, да тут амбар нужен. Тут амбар, тут стены. Пока есть карточка и голосовалка работает. Давайте, наверное, и в Агре сразу стены тогда. Пока вот это действует. Это будет действовать еще 5 ходов. В Хайдарабаде, я думаю, в Хайдарабаде и в этом городе точно не нужны. Вообще не представляю, кто сюда может напасть. Честно говоря. Ну и походу мы в нормальный век в итоге выйдем. Что такое поражение, неправильная стадия? Что это такое? Что за подпись странная? Так, больше торговых путей. Мне, наверное, в Фес придется отправлять. В Кахокию, конечно, деньги, но Кахокию в любой момент могут пересоюзить мой соперник из Египта. Вот Чинай меня беспокоит, что он периодически, возможно, будет отваливаться. Возможно, не стоило ставить, но... Что есть уже... И видите, ой, блин, я хотел обратить, ну, просто я один заряд оставлю, чтобы дальше исследовать территорию. Слушайте, интересно, а Корея еще кого-нибудь встретила? Может, это там конец? Не, еще каких-то двух встретила. А получу ли я тут еще одно очко вообще за что-нибудь? Может быть, я опять в темную... Ну, кстати, у меня бы темный век больше. Был бы по нраву.
Я уже решил так открывать без водяной мельницы и тебе кучу чего другого. Мне надо укрепить религию, поэтому мне храм нужен. Опять Апу отваливается. Причем, по-моему, Египет тоже в золотом веке, как и я. А нет, в темном был. Блин, так... А я был в героическом. Фак. Ну, наверное, все-таки Чинай будет отваливаться. Это он героически не отваливается пока. Ух ты. Так, ну давайте обстреливать. Думаю, Вару тут и против... Латников могут помочь. Уже где-то арбалет до второго уровня прокачан. Но я не буду его атаковать, я буду просто стоять здесь. Наверное, арбалетом там подойдет, неважно. Всего один. Совсем слабенькое. Амбар в Калькутте. Мне тоже тут, наверное, какой-то треугольничек надо сделать из центра коммерции. Так, а кампус у нас вот тут будет где-то, да? Блин, тогда получается... Мне надо где-то вот тут, наверное, поставить. Чтобы кампус как-то тут. Видите, тут плюс 2 и тут плюс 2. Как бы пофигу. Правда, эти... джунгли-то на этот действуют, блин. Может, все-таки отдельно. Может, сюда центр коммерции, сюда священку и сюда кампус? Но кампус все равно на плюс 2 будет, он уже не будет на плюс 3. Зато священное место побольше станет. Ну такое, блин. Все так себе. На самом деле... Ладно, давайте центр коммерции. Проблема в том, что тут вот это все заливается вполне. Блин, я что-то у Вавилона не посмотрел поторговать. А, я же уже поторговал. Да, с Вавилоном как раз я поторговал. Пс, копьем пытается меня завалить. Без уважения, короче, без уважения. Ну, я, наверное, убью. Я не думаю, что он тут может... А, даже не убил. Ну, и, наверное, так, кстати, даже к лучшему. Так, подойдем, чтобы... Не, даже вот так подойдем, чтобы защита с флангов работала. Ну, это плюс 2, по-моему, к силе, если я ничего не путаю. Тут не пишет. Ну, это при защите работает просто. О, Сулейман тоже обязан... О, обменяться столицей. Ух ты, как он далеко-то. Я все-таки в нормальный век я выхожу. Осуждаем, но могу с ним... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Еще двоих я должен осудить при встрече. Нечем торговать. Плюс 5 довольства и жилье появилось. Ей. Так, ну тут бы я, наверное, строителя. Или торговца, наверное. Или строителя. Что то, что другое за плюс 2. Но тут реально много что построить надо. Наверное, все-таки строителя.
Блин, я бы тут военный лагерь сделал, но в какой-то вот из этих клеток. Выкупать я их не хочу, потому что деньги нужны. Наверное, давайте торговца пока. Или тоже стоит. Давайте строителя. Надо поставить карточку на плюс 2. А, уже стоит. Отлично. Так, тут на производство. Стоит ли... в Хайдарабаде нам стены не нужны, а вот амбар, наверное... Сколько там осталось ходов? 2. Ладно, давайте амбар, не знаю, что 2 хода. Он достроится чуть раньше, потому что сейчас город еще... Так, обратите свой народ к свету. Окей, как скажешь. Как Сандок скажет, так мы и сделаем. Ну и, походу, мы выходим в нормальный век. Не-не-не-не, не убивай слоника. Нет. Так, тут какие-то арбалеты к нам лезут. Но что мы с ними будем делать, мы решим уже в следующей серии, в следующей эпохе. Вступили в средневековье. Хочу только посмотреть. Так, и тут нормально. Вот видите... Апу все равно вроде как отваливается, а Чинаи таки нет. Нет, все-таки не отваливается. Плюс 9,4. Жаль. Жаль, жаль. Ладно, спонсоры канала продолжение могут поискать прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Большое спасибо вам за поддержку. А для всех остальных она появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.